Добрый день, уважаемый зритель. С вами доктор Константин. Сегодня трудно мочиться, то есть ходить по-маленькому в туалет. Ну, западная медицина, между прочим, с восточной очень похожа. Только западная медицина, она лечит симптомы, а восточная, она вот как бы отвечает на вопросы. Давайте мы немножко сейчас западную соединим с восточной. И вы поймете, как все очень просто. Только восток не хочет признавать запад, запад не хочет признавать восточную медицину. Вот так вот. Такая теория иньянь в нашем мире есть и существует. Итак, меридиан мочевого пузыря контролирует, что позвоночный столб. Позвоночный столб – это есть столб проявления центральной нервной системы человека. А когда человеку трудно мочиться, западная медицина говорит, это у вас болезни, либо проблемы с центральной нервной системой. Пожалуйста, восстановите центральную нервную систему, то есть меридиан мочевого пузыря. Западная медицина говорит, это болезни головного мозга. Мы видим, что меридиан мочевого пузыря контролирует головной мозг. Понятно, смотрите, как очень просто. Травмы мочевого пузыря, ну, здесь уже, скажем так, как человек с этими, как пережил послетравматический синдром. Что он делал? Он запустил, либо что-то делал, чтобы снять эту всю информацию, которая пришла с травмы. Также это камни в почках, это уже вторичное трудно мочиться проявление. И, конечно же, что? Это послеоперационные осложнения, которые были приведены на мочеполовую систему. И трудно человеку мочиться. Ясно, да? Как восточная медицина рассматривает? Очень просто. Очень просто. Если человеку трудно мочиться, нужно провести диагностику 12 меридианов и посмотреть, что породило затрудненность, либо трудное мочеиспускание. Воспаление всех 12 меридианов, которые контролируют нашу с вами мочеполовую систему. Либо наоборот, слабые, вялые эти меридианы, нет сил, нет энергии там для осуществления данного процесса, либо данной функции. И что нужно эти функции восстановить? При воспалительных процессах данная точка расслабляется. При слабости, вялости всех 12 меридианов, все 12 меридианов восстанавливаются. И данная точка что тонизируется. Вот в чем смысл. Глубочайший смысл диагностики 12 меридианов. Спасибо за внимание.